Весенняя пора для представителей производственного коммунального унитарного предприятия «Коммунальник» – пора активная. Ежедневно проводится и вырубка аварийно опасных деревьев, и реализуются мероприятия по посадке новых насаждений. Сегодня в центре внимания новые районы, куда постепенно заселяются жильцы. На данном объекте мы будем высаживать форзицию, спирею, кусты, также уксусные деревья. Это в рамках объекта юго-западный район номер 5, третья очередь. Сегодня будут проводиться посадки. Также в планах у нас следующие дома, вот, которые еще не покрашенные, хотя у нас уже газоны сделаны, там тоже будут выполняться посадки. В новых микрорайонах, согласно проектам, выполняем озеленение. Сдача в эксплуатацию микрорайона ЮЗМР-5 запланирована уже в этом году. Сегодня рабочие заняты тем, что благораживают территорию в районе улицы Грюндвельской. В своем большинстве здесь будут высажены кустарники, около 100 единиц и порядка 10 деревьев. Зеленое насаждение – наилучшая среда для формирования рекреационных элементов жилой застройки, площадок для отдыха взрослых и детей, спортивных зон. Кроме того, они являются прекрасным средством обогащения ландшафта. Поэтому сохранность зеленых насаждений, правильный и своевременный уход являются неотъемлемым требованием по их содержанию. К слову, акцент на развитие зеленых зон был принят вместе с разработкой нового проекта, который был презентован ранее мэром города Александром Рогачуком в ходе хозяйственного актива. Мы впервые озвучили вот эту новую тему зеленого Бреста, туристического Бреста, как разумный вариант использования нашего уникального природного потенциала по варианту Августовского канала, да, а может быть еще лучше сделаем себя с учетом того, что эта часть территории находится в городе, это реально так. Такой результат дает посадка одного дерева. Оно будет расти много лет, делать воздух свежим, а почву вокруг плодородной. Всего в весенний сезон специалисты коммунальника планируют высадить порядка 5500 деревьев и около 1000 кустарников. Большой объем работы уже выполнен в центральной части города. Деревья были посажены по улицам Гоголя, Горького, Коммунистической, Наганова. Если погода не подведет, то эта деятельность по благоустройству будет завершена в довольно сжатые сроки. Анастасия Ноздрин-Плотницкая, Александр Воронин, Александр Макаревич, телекомпания БУК-ТВ.